Ханты-Мансийске презентовали новый состав хоккейного клуба «Югра». Он серьезно обновился по сравнению с прошлым сезоном. На торжественной встрече с руководством команды и болельщиками представили тех спортсменов, кто на протяжении предстоящего сезона будет бороться за медали высшей лиги. В прошлом чемпионате югорчане по итогам предварительного этапа стали седьмыми, но в плей-офф порадовать результатами не получилось. В первом же раунде ханты-мансийская команда уступила Сары-Арке из Караганды и досрочно завершила сезон. После этого в «Югре» разорвали контракты с тренерским штабом и рядом игроков. В новом сезоне руководить «Мамонтами» будет Вадим Япончинцев, ранее возглавлявший московский «Спартак». То, что колоссальная работа проведена, да, селекционная во главе руководства клуба генерального менеджера, не прекращая ни на секунду, процентов на 90, я думаю, что этот состав войдет уже в регулярный чемпионат. 10% мы оставляем, это моя прерогатива, это моя работа. Конкуренция и спортивный принцип никто не отменял. Очень хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Вообще из года в год вы просто нас поддерживаете в любых ситуациях. Это очень приятно, это толкает нашу команду к победам. Вот, приходите на хоккей, и вместе будем ковать победы и выигрывать для этого города какие-то медали. То есть только все вместе. Хоккейный клуб «Югра» в полном составе уже отправился в Санкт-Петербург, где с 26 по 30 августа пройдет предсезонный турнир. Соперниками станут местные команды «Динамо» и «СКА Нева», а также «Усть-Каменогорская торпеда», «Новокузнецкий металлург» и «Воскресенский химик». Чемпионат высшей лиги югорчане начнут 6 сентября на выезде против «Металлурга».